В Душанбе с 21 августа по 11 сентября проходит выставка картин таджикской художницы Марифат Давлатовой. На выставке происходит неслыханное. Представлены так называемые картины обнаженной таджикской женщины. Таджикская женщина, женщина из Бартанской долины, душа, балерины. Все эти картины, как заметили критики, пропагандируют западный взгляд на женщину, который противоречит религии, истории и культуре таджикского народа. Художница Давлатова рассказала журналистам, что она не собирается останавливаться на достигнутом, планирует и дальше писать картины в этом направлении. Наблюдатели отмечают, что творчество Давлатовой одобряют и поддерживают чиновники, о чем свидетельствует вручение ей республиканской премии молодых художников в 2008 году. Напомним, что режим Рахмона уже в течение последних нескольких лет объявил войну исламскому женскому одеянию, сделав ношение хиджаба административным правонарушением и обязав женщин носить так называемый национальный костюм. Честно.